Ребята только что доделали Opel на черных дисках, весь черный, сделали ему звук. Звук немножко попкорнищий. И сейчас мы спросим у владельца. Эмиль, как тебе? Звук просто супер. Я, честно говоря, думал, что он будет немножко потише. Превысило мои ожидания просто на 1000%. Крайне рекомендую в плане выбора и клиентоориентированности. Это просто нечто. Ультравыхлоп рекомендую. Спасибо большое. Буду обращаться дальше. Уже план доработок, соответственно, обсужден. Да, мы хотели еще с тобой проговорить по поводу раздвоения, да, на будущее, так сказать, чтобы насадки четко смотрелись под этот звук. И, кстати, после раздвоения он еще чуть-чуть станет громче. Вот, это очень прикольно. И это сказал отзыв человек, который только послушал машину на месте. А сейчас вы увидите, как она едет и как она звучит на скорости. Смотрим. Просто супер, просто пушка. Сочнейший звук пушка. Рекомендую ультравыхлоп всем. Обращайтесь, ребят, не подведут. Машины облака, сквозь вырубленные тени. Да, отстрелы классные. Ребята, очень круто поработали со звуком. Я не ожидал, что настолько громкий он с такими отстрелами может выйти. Это просто невероятно. Просто едешь и кайфуешь от поездки. Чистый кайф. Чистый кайф. Эмоции от этого звука. Сам по себе. То есть GTC очень классно рулится, классно едет, но все это должно быть дополнено с сочным басовым звуком. Тюнинг начинается с малого, да? На этой машине, она, кстати, к нам приезжает уже не первый раз в сервис. Что захотелось владельцу? Прежде всего, улучшить сам звук, характер звучания автомобиля, потому что он был стоковый, тихий и совершенно скучный и неинтересный. После того, как мы проделали процедуру, владелец автомобиля решил удалить катализатор для того, чтобы звук стал еще сочнее, а машина ехала чуть-чуть еще побыстрее. Это был второй приезд к нам в сервис. В результате третьего приезда к нам в сервис машина приобрела также вид сзади другой. Тут стоят, несмотря на то, что штатные насадки, но уже раздвойка выхлопа пошла. Да, то есть мы раздвоили выхлоп, выхлоп еще стал громче, еще красивее, машина обрела такой необычный, нестандартный вид сзади, то есть две насадки, овальные, симпатичные, очень гармонично смотрится под этот приплюснутый кузов. И, собственно, владелец сейчас с вами поделится всеми впечатлениями, я позадаю вопрос. Ну, такое небольшое интервью будет. Эмиль, привет. Игорь, привет. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, с чего ты все начал? Значит, изначально мне хотелось, чтобы у автомобиля моего был более интересный звук, потому что у автомобиля внешне есть потенциал выглядеть классно, и, соответственно, я хотел бы, чтобы он и классно звучал. Увидел вас в интернете, соответственно, наткнулся на видео такого же Opel и GTC, и после чего решил обратиться к вам. Вот. Мы с тобой разговаривали, соответственно, это было место для. Вот, все сделано. Игорь меня также уведомлял постоянно именно о звуке, о самом, о громкости, о комфорте именно звука снаружи и в салоне. Вот. И в течение нескольких этапов был проведен весь спектр работ, все сделано, и вот теперь меня звук просто устраивает на 1000%. Это звучит просто невероятно сочный, басовый звук и такие раскаты. И если я могу сказать, что раньше я всегда намного чаще ехал с закрытыми окнами и слушал музыку внутри салона, то теперь я окна открываю и слушаю музыку снаружи. Это действительно невероятно. Так что, Игорь, огромное тебе спасибо. Спасибо, Игорь. Обращаться. Спасибо. Очень рада стараться. Удовольствие от звука выхлопа. Невероятно. Да. Вот много этапов было пройдено.
Да, вот то, что Игорь сказал, действительно сделали раздвоение, и сейчас достали оригинальную насадку, и машина крайне смотрится гармонично сзади, и сейчас сами все увидите. Что еще, кстати, хочу сказать, то, что ребята очень качественно провели работу по докату, вот, и разгонная динамика автомобиля увеличилась, и стал намного круче. Сделали машину, заработали денег и все прорекламировали. Это очень приятно, на самом деле, когда идут такие отзывы о нашей работе. Спасибо большое вам за то, что делитесь своими отзывами о нашей работе. И, конечно же, кто хочет прокачать, кто только задумывается над тем, чтобы прокачать выхлопную систему на своей машине, обязательно обращайтесь к нам. У нас консультация бесплатная, и мы подскажем, какие способы есть, чтобы сделать вам максимально сочно, красиво, комфортно и для того, чтобы вы радовались при каждом нажатии на газ.